Мы сегодня дзиедаем как мы побеждаем с Богом, как мы, как кунгу, мы проходим какие-то моменты, как мы изъем цаур дажадем брижем. И как мы сегодня уже заметили, что мне исполнилось 35 лет. Гаю сегодня вспомнят, ман палак 35 гады. И я думаю, что у каждого за 35 лет будет хоть одна трудность. Я думаю, как каждому 35 год лайка будет висмас виен груди. Амен? Амен? Я думаю, даже и несколько может быть, да? Я думаю, как под вайракс грудибс варбут. И проходя разные сезоны в жизни, сезонам, разные дзивем, моменты, брижем, мы меняемся. Мы смайнамес. Мы меняемся. Мы смайнамес. Кто-то меняется в лучшую сторону, кто-то в худшую. Кац майнас в слабую пусы, кац в слыктую пусы. Кто-то идет вперед в своем прогрессе. Кац едет в спрежь своего прогресса. Кого-то в трудностях откидывает назад. Каду грудибас айзмет отпакаль. Но в любом случае мы не остаемся на месте. Bet jebkurā brīdī mēs nepaliekam uz vienas vietas. И Библии сказано, что трудности они закаляют нас и помогают нам быть сильнее. Grūtības tās norūda mūs un palīdz mums būt stiprākiem. Есть как минимум два вида, скажем так, роста. Ir vismaz divi veidi izaugsmai. Есть такой, знаете, механический, если мы смотрим в контексте служения и своей духовной жизни, ja mēs skatāmies kalpošanas un savas garīgās dzīves kontekstā, есть такой механический, то есть внешний рост, ir mehānisks tāds ārējais izaugsme, что мы, может, больше служим, ka mēs varbūt vairāk kalpojam, мы, может, больше, знаете, читаем слово, mēs vairāk lasam vārdu, мы больше делаем, знаете, такую христианскую деятельность, да, если можно назвать, mēs vairāk nodarbojamies ar kristīgu darbību. Какую-то активность производим. Каду активдат. Также есть внутренний рост. Внутренний рост. Iekšējā izaugsme. Это когда меняется наше сердце. Tas ir, kad mainās mūsu sirds. Это когда происходят перемены в нашем духе, в нашей душе. Tas ir, kad notiek pārmaiņas mūsu garā. И если у нас нет вот этого внутреннего органического роста, un, ja mums nav šī iekšējā organiskā izaugsme, когда растут наши плоды и любовь внутри, kad aug mūsu augļi un mīlestība mūsu, через все те трудности, которые мы проходим ежедневно, caur visām grūtībām, caur kurām mēs ejam katru dienu, то все наши внешние служения, они бессмысленны. Viss mūsu ārējās kalpošanas, viņām nav jēga. Мы можем быть активными снаружи. Мы можем быть арей активи. И даже очень активными. Он люто активи. Даже чересчур активными. Под парак активи. А внутри мы можем не расти. Bet iekšā mēs varam neaugt. И даже умирать. Un pat mirt. Какое-то время. Kādu laiku. Но время придет, когда конец наступит. Nāks laiks un pienāks beigas. И порой бывает поздно, un чтобы что-то восстановить. Ir par vēlu, lai kaut ko atjaunotu. Поэтому это одна из вещей, которых я сегодня хочу вам сказать и поделиться. Tā ir viena no lietām, ar kuru es jums gribu teikt un ar ko es gribu padalīties. И я это говорю себе, друзья. Un es to saku sev pirmkārt. Если жизнь многих людей меняется через мое служение. Ja daudz cilvēku dzīves mainās ar manu kalpošanu. Спасибо вам за все ваши слова, за пожелания. Для меня это очень ободряюще, это меня вдохновило, что я все-таки на правильном пути. Paldies par jūsu apsveikumiem, par jūsu vārdiem. Tas mani iedvesmoja, un es paliecinājos par to, ka esmu uz pareizā ceļa. Но если при всем, что я делаю, bet ja pie visa tā, ko es daru, и чем у меня горит сердце, un pie visa tā, par ko man deg sirds, я сам лично умираю внутри, es iekšēji mirstu, променяв отношения со Христом на религиозную деятельность, mainot attiecības ar Kristu uz reliģiskām darbībām, то я знаю, какой будет конец. Tad es zinu, kāds būs iznākums. И он не будет хороший. Un viņš nebūs labs. Смысл спасти весь мир, а душе своей навредить. В Библии сказано об этом. Jēga izglābt visu pasauli, bet savu sirdi, savu dvēseli, savai dvēselē kaitēt. Нет смысла служить другим людям, если ты сам внутри не меняешься, если ты сам не получаешь служение от Христа. Nav jēga kalpot citiem, ja tu pats iekšē nemainies un nesaņem kalpošanu no Kristus. Служа другим людям ежедневно. Kalpojot citiem cilvēkiem dien-dienā. Нам надо позволять Господу служить нашему сердцу. Mums vajag kungam ļaut kalpot mūsu sirdī. Иначе ты долго не вытянешь. Ja nē, tu ilgi neizturēsi.
У меня бывали такие моменты. Man bijuši, ir bijuši tādi brīži. И порой еще приходит это искушение от дьявола быть занятым ради служения. Un dažreiz nāk kārdinājums no sātana būt aizņemtam kalpošanas dēļ. А у нас всего лишь 24 часа в сутки. Mums ir tikai 24 stundas dienā. Amen. И эти 24 часа, куда мы их направляем? Un šīs 24 stundas, kur mēs tās ieliekam. Как Иисус сказал, у вас всегда будет рядом те, у кого будет нужда или какая-то проблема, или какая-то чрезвычайная ситуация. Jēzus ir teicis, ka jums līdzās būs vienmēr cilvēki, kuriem ir problēmas, kādas situācijas steidzamas. Но если это отберет мое время от Христа, bet ja tas ņem nost laiku man no Kristus, это будет мне в проклятие. Tas это man будет, būs par nolādēšanu. Это не принесет мне никогда никакого благословения. Tas nenesīs man nekādu svētību. И в процессе своей жизни мы понимаем, что мы меняемся. Un savā dzīves procesā mēs saprotam, ka mēs maināmies. А перемена не происходит очень-очень-очень медленно. Un pārmaiņas notiek ļoti, ļoti, ļoti lēnām. Мы бы хотели, да, чтобы сегодня вот у нас что-то случилось в жизни. Mēs gribētu, lai mūsu dzīvē kaut kas notiek labs šodien. Мы бы хотели, знаете, сразу пошел в зал и сразу начал поднимать 110 килограмм. Mēs gribētu, lai mēs, kad aizējām uz zāli trenēties, lai mēs uzreiz varam 110 kilograms pārstāt. Мы бы хотели, когда мы сеем картофель, чтобы он уже через 2 дня возрос. Mēs gribētu, lai tad mēs sējam kartupeļus, lai viņš jau pēc divām dienām ir gatavs. Мы бы хотели, если мы просим, Господь, дай мне веру, чтобы я завтра был уже суперверующий человек, который может все сделать, что Бог ему попросит. Mēs gribētu, ka mēs sakam, Dievs, dod man ticību, lai mēs jau nākamajā dienā esam ļoti ticīgi iet uz priekšu. Но рост, bet izaugsme, он происходит часто незаметно. Bieži notiek nemanāmi. Мы должны быть верными ежедневно, в мелочах. Mums ir jābūt uzticamiem katru dienu mazākajās lietās. Решил молиться? Esi nolēms lūgt. Молись. Lūdzu. Ты, возможно, не увидишь прогресса уже завтра. Tu varbūt neredzēsi progresu jau rīt. Возможно, ответ не придет сразу после молитвы. Varbūt atbildi nenāks uzreiz pēc lūkšanas. Но ты меняешься. Bet tu mainies. Я меняюсь. Es mainos. Наше постоянство, оно больше как бы закладывается в наш характер. Mūsu pastāvība, viņa ieliekas mūsu raksturā. Так часто мы не видим, как растут наши дети. Так бежим, мы знаем, правда, как бывало такое? Бērни, потому что мы рядом с ними. А приходит у тебя сосед или какой-то родственник, который не видел год или два года. Слушай, ничего себе у тебя дети вымахали. А ты думаешь, не знаю, ну, дети как дети. Просто суть в том, что ты всегда был рядом. Tomēr tā, ka tu vienmēr esi bijis līdzās. И часто мы не видим роста, когда мы находимся рядом. Un bieži mēs neredzam šo izaugsmi, kad mēs esam līdzās. И вот почему важно, друзья. Un kāpēc ir svarīgi? Быть в церкви Христа. Būt Kristus draudzē. Когда твой брат или сестра подходит к тебе со стороны и говорят, слушай. Kad tavs brālis vai māsa nāk no malas un saka, klausies. Я вижу, ты так вырос в Господе. Es redzu, tu esi tik ļoti izaudzis Dievā. Я так вижу твой рост. Es redzu tavu izaugsmi. Хотя ты сам не понимаешь, вырос ли ты или нет, потому что у тебя ежедневные сражения. Bet tu pats nezini, vai tu esi izaudzis vai ne, jo tev ir katru dienu kādas grūtības. Но ты сравниваешь себя. Bet tu salīdzini sevi. С тем, какой ты был год назад или два года назад. Ar sevi, kāds tu biji gadu vai divus atpakaļ. И ты анализируешь, да, Господь, точно. Un tu analizē, jā, kungs, tiešām. Если бы мне тот человек что-то сказал два года назад, ja man tas cilvēks to pateiktu divus gadus atpakaļ, я бы взорвался, я бы там, знаете, разнес бы все. Es uzsprāgtu. Но сегодня, bet šodien, благодаря маленькому росту ежедневно, pateicoties mazai izaugsmē katru dienu, я могу видеть плод духа, который Бог произвел во мне. Es varu redzēt gara augļus, kurus Dievs ir veidojis manī. И теперь моя реакция другая. Un mana reakcija tagad ir savādāka. Я могу сказать, Господь, слава тебе. Es varu teikt, Dievs, slava tev. Благослови этого человека. Svēt šo cilvēku. Он причинил мне боль. Viņš mani sāpināja. Вдвойне благослови его. Dubultā viņu svēti. Если бы раньше я хотел, чтобы, не знаете, Бог послал, может, огонь на него. Ja es kādreiz gribēju, lai Dievs sūta viņam uguni. Возможно, не Духа Святого, да? Varbūt в прямом смысле огонь. Svēto garu, bet vārdu vistiešākajā nozīmē. То сейчас я, Господь, пошли ему Духа Святого. Пусть он покается, saku, пусть он приблизится к тебе. Dievs, sūti viņam svēto garu, lai viņš nožēlo savus grēkus. И поэтому, друзья, наш рост, un tāpēc mūsu izaugsme, он часто незаметен.
nav bieži pamanāma. Его часто сложно заметить. Bieži ir grūti pamanīt. Поэтому давайте больше говорить друг другу хороших слов, ободрять, что мы растём духовно. Tāpēc uzmundrināsim viens otru, ka mēs garīgi augam. Это не значит, что мы не будем ошибаться, друзья. Tas nenozīmē, ka mēs nekļūdīsimies. Все мы будем ошибаться. Mēs visi kļūdīsimies. Но мы встаём. Bet mēs ceļamies. Мы поднимаем кого-то рядом. Mēs ceļam kādu, kas ir blakus. Идём вперёд. Un ejam priekšu. Поэтому, друзья, Tāpēc, draugi, очень важно, когда мы служим другим. Ļoti svarīgi, ka tad, kad mēs kalpojam citiem. В этом процессе роста. Tajā izaugsmes procesā. Не увлекаться только внешним служением. Nepildīt tikai kristīgo darbību, ārējo darbību. Важно смотреть на своё сердце. Ir svarīgi skatīties uz savu sirdi. И проверять Господь, спрашивать у Господа, на правильном ли я пути? Un jautāt Kungam, vai esmu uz pareizā ceļa. Какое моё отношение? Kāda ir mana attieksme? Kāds ir mans motīvs? Есть это местописание? Ir rakstuvieta. 1. Коринфянам 9:27. 1. Korintiešiem 9:27. Но я усмиряю и порабощаю тело моё, дабы проповедать другим, самому не остаться недостойным. Bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūst atmetams. Друзья, в наше время это эпидемия. Draugi, mūsu laikā tā ir epidēmija. Посреди христианского мира. Kristiešu pasaules vidū. Когда великие служители. Kad lieli kalpotāji. Через которых исцеляются люди. Caur kuriem cilvēki tiek dziedināti. Приходят ко Христу. Nāk pie Kristus. Большие служения. Lielas kalpošanas. Потом в конце видно, что он пустышка. Beigās var redzēt, ka viņš ir niecīgs. Когда он разбивается. Kad viņš salūst. Когда смотришь, что это все было только внешне. Nu, tu skaties un redzi, ka tas bija tikai ārējs. А внутри ничего нет. Bet iekšā nekā nav. Это большой вызов нам каждому. Tas ir izaicinājums katram no mums. Чтобы сатана нас не прельстил. Lai Sātans mūs neapmāna. Потому что есть такие люди, которые стоят среди миллионов людей, среди тысяч людей. Они могут споткнуться где-то. Ja tādi cilvēki, kas stāv miljoniem cilvēkiem priekšā, tūkstošiem cilvēku priekšā, ja viņi var paklupt, то тем более мы каждый из вас. Tad mēs katrs arī varam. Если мы уповаем на себя. Ja mēs paļaujamies tikai uz sevi. Но у нас есть Господь. Амен. Bet mums ir Kungs. Защитник нас. Мусу Аллилуйя. Aizstāvs. Нам важно производить плоды духа. Ir svarīgi veidot šos gara augus. Богу намного важнее его отношение с тобой, чем твое служение. Dievam ir daudz svarīgāks tavs attiecības ar viņu nekā tava kalpošana. Еще раз скажу. Vēlreiz Богу teikšu. Намного важнее его отношение с тобой, чем твое служение. Dievam ir svarīgākas tavs attiecības ar viņu nekā tava kalpošana. Друзья, часто мы привязываем всю христианскую жизнь к внешним параметрам. Draugi, bieži mēs piesaistam savu kristiešu dzīvi kādām ārējām izmēriem. Если я сегодня помолюсь, если я сегодня скажу хорошее слово жене, если я сегодня пойду кому-то сделаю что-то хорошо, если я сегодня в церкви послужу, если я сварю суп, если я поделюсь и так дальше. Ja es šodien pateikšu labu vārdu, ja es šodien palūkšu, ja es draudzēji izvarīšu supu. Это все хорошо. Tas viss ir labi. Но если это все для галочки перед Господом, Bet ja tas viss ir vienkārši čeksīšu dēļ Kunga priekšā, который тебя не назидает, не меняет, не приближает ко Христу, kas tevi nepiepilda, nemaina un netuvina Kristum, то это все бессмысленно. Tad tam visam nav jēgas. Matfeja 7:21-23 сказано. Matēja 7:21 teikts. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного Отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве не пророчествовали о Твоего имени? Разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? Но тогда отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники. Матфея 7:21-23 пантам. Не и катас, кас уз мана сака кунгс, кунгс, ес дебес валстība, бет тас, кас дара ман дебес тэв прату. Даудзи уз мана сауц данī dienā. Kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, ejte nost no manis, jūs ļaunu darītāji. Очень серьёзное местописание. Ļoti nopietna rakstvieta. Большой вызов каждому из нас.
izaicinājums katram no mums. На что мы смотрим? На внешние показатели своего служения? Uz ko mēs skatāmies? Uz ārējiem, uz ārējo kalpošanu savu? Или на плоды духа, которые у нас внутри? Vai uz kara augļiem, kas ir iekšā mūsos? Которые, возможно, растут очень долго. Kas varbūt ļoti ilgi aug. И мы не видим рост. Un mēs neredzam šo izaugsmi. Но они есть. Bet viņi ir. Если Дух Святой живет в нас, ja Svētais Gars dzīvo mūsos, мы начинаем производить этот плод. Mēs sākam ražot šos augļus. И как я уже сказал, очень важно служить другим, самому не остаться без отношений со Христом. Ir svarīgi, kalpojot citiem, nepalikt bez attiecībām ar Dievu. Я хочу это еще раз напомнить именно перед конференцией или перед любыми мероприятиями, которые мы планируем. Es gribu to atgādināt pirms konferences, pirms citiem pasākumiem, kas mums ir plānojami. Покушай сам. Paēd pats. Духовно покушай сам. Garīgi paēd pats. Не думай, что только из-за служения ты будешь покушавший. Не думай, что только калпошанс дель ты будешь паэдс. Это хорошо, это благословение, это нужно. Лаби, та ир светība, un tas ir vajadzīgs. Но будь ревностным по слову, по присутствию Господа. Ищи встречи с Ним. Bet tiecies uz Kristu, meklē tikšanos ar Viņu. У меня самого было такое время. Man pašam bija tāds laiks. Как я уже сказал ранее. Kā es iepriekš teicu. Что я променивал. Ka es apmainīju. И порой еще бывает такое искушение, ir kārdinājums, когда очень много нужд вдруг наваливается на меня. Kad ir daudz vajadzības uzkritušas man virsū. И часто я беру это лично на свой счет. Un es to bieži ņemu uz sev. Но это моя учеба, это мой процесс. Bet tā ir mana mācība. С Божьей мудростью. Tas ir process ar Dieva понимать, что gudrību, надо сейчас делать. Saprast, ko ir tagad jādara. А что сейчас не надо делать? Ko tagad nevajag darīt. И поэтому каждому из нас Господь дал нам Духа Святого. Katram no mums Dievs ir Amen. Svēto garu. Amen. Чтобы мы могли бы распознавать, что нам делать и как нам делать. Lai mēs varam saprast, ko mums un kā darīt. Господь, помоги нам, чтобы у нас такого не случалось. Mums palīdz, lai mums чтобы мы не впали в это искушение. Lai mēs nekrītam šajā kārdinājumā. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Как я уже сказал раньше, когда мы меняемся, teicu, kad mēs mainamies, мы по-другому реагируем на ситуации. Mēs savādāk reaģējam uz situācijām. Уже прошел почти год. Ir jau gandrīz gads pagājis. Пока, когда наша доченька ушла на небеса. Kopš mūsu meitiņa aizgāja uz debesīm. Я уже вижу определенные перемены в своей жизни. Un es redzu pārmaiņas savā dzīvē. На мои реакции на трудности. Uz manu redzu pārmaiņas manā reakcijā. На мои реакции советов людям. Reakcijā uz ieteikumiem citiem cilvēkiem. Что я говорю. Ko es saku. Что я делаю. Ko es daru. Это работа, которую Бог производит лично во мне. Tas ir darbs, ko Dievs manī personīgi dara. Если мы позволяем Богу, тогда каждая трудность, которая есть в твоей жизни, она делает определенную работу в твоем сердце. Un ja mēs ļaujam Dievam, tad katra grūtība tā dara darbu tavā sirdī. Иногда посреди всего этого процесса, знаете, как будто идет война. Dažreiz visi procesi vidū notiek karš. Как будто вот идет война, она еще не закончилась. Cīņa, kas nav beigusies. Вдруг ты чувствуешь опять, знаете, удар. Un tu atkal jūti sitienu. Да, вот кажется, ну, я и так в войне, куда мне еще удар, Господь? Un šķiet, es jau tā esmu cīņā, kur man vēl sitienu. Amen, бывало у вас такое? Amen, jums tā ir bijis? Кажется, ну, подожди. Liekas, и nu, тебе pagai. Такой крюк, знаете, с левой залетает. Un tev sit. У нас-то недавно опять случилось? Mums atkal... Nesen tas notika. Когда Вероника попала в больницу? Kad Veronika brauc uz slimnīcu. На прошлой неделе? Pagājušajā nedēļā. На позапрошлой, да. Aiz pagājušajā nedēļā. Опять мысли. Atkal domas. Опять нападение. Atkal uzbrukums. Думаю, да что такое? Думаю, ну kas notiek? Ты уже каялся, перекаялся во всем, что можно. Tu jau nožēloji visu, ko var nožēlot. У тебя есть свой опыт с Господом, ты знаешь, окей. Tev ir savu pieredzi ar kungu, tu zini, ну, такие совпадения. Bet tādas sakritības. Опять 24 число. Atkal 24 datums. Только не август, а июль. Ne augusts, bet jūlijs. День рождения не папы, а Маркела. Ne tēta dzimšanas diena, bet Marka. Опять мы приехали из Лепы. Atkal mēs atbraucām no Liepājas. Служили в том районе, в Юркалне. Kalpojām tajā apkaimē. И кажется, опять, что такое? Liekas, atkal, kas? Вторая серия, что ли? И знаете, дьявол, он умеет подкидывать дрова в твой огонь. Но мы уже были с переменной внутри.
Моя реакция была другая, чем год назад. Mana reakcija bija cita salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Я больше не полагался так сильно на слова врачей. Es vairāk nepaļāvos to, ko saka ārsti. Я понял, что они всего лишь люди. Es sapratu, ka viņi ir tikai cilvēki. Я понял, что у нас есть Дух Святой. Es sapratu, ka mums ir Svētais Gars. Который за нас. Kas ir par mums. Который с нами. Kas ir ar mums. И у нас есть оружие Духа Святого. Un mums ir Svētā Gara ieroči. И мы вместе, как церковь, мы были здесь на молитве, мы начали молиться. Un kopā, kā draudz, mēs bijām šeit lūkšanā, un mēs Потом лūdzām. Мы поехали домой. Tad mēs braucām mājās. И на протяжении всех этих часов мы молились. Un šo stundu garumā mēs lūdzām. На языках. Mēlēs. Люди молились. Там, на квартире у Лены, часть Cilvēki людей. Даля пе Лена слуза, я дома. Es mājās. И наши домашние тоже. Mūsu Церковь mājnieki. По разным местам тоже спасибо вам за молитвы. Draudz dažādās vietās lūdzu, paldies jums par lūkšanām, un mēs lūdzām. Мы молились. Mēs lūdzām. И мы молились. Un mēs лūdzām. Стоя там на коленях в духе, плача. Stāvot ceļos, nokritušos ceļos, ļaudot, cīnoties ar tām domām. Жизнь или смерть? Жизнь или смерть? Dzīve vai nāve, dzīve vai nāve. Ты понимаешь, что Господь? Un tu saproti, ka Kungs? Ты на троне. Tu esi uz troņa. И опять же, независимо какой был бы исход. Un neatkarīgi no tā, kāds būtu iznākums. Ты всё равно на троне. Tu tāpat esi Но теперь troņa. Мы в полной боевой готовности, Bet снаряжены tagad mēs esam gatavi в духе, cīņai, в силе, обруньоти, чтобы spēkā, пробивать, garā, lai sistu cauri, чтобы стоять lai stāvētu, до самого конца. Līdz beigām. И мы победили. Un mēs uzvarējām. Halleluja! Слава Господу! Слава Кунгам! Слава Господу! Слава Кунгам! И сегодня Вероника сидит здесь. Šodien Veronika ir šeit. В победе. Uzvarā. Еще восстанавливается. Vēl notiek. Но это было чудо, друзья. Pots, bet tas bija brīnums, draugi. Потому что мы знаем, случаи разные. Доктор, она сказала, ну, jo mēs zinām, по-медицински там летальный исход возможен. Mēs būtu dažādi. Skatoties medicīnas normas, tur ir letāls no iznākums. Бог. Bet Dievs. No Бог. Amen. Dievs. No Бог. Halleluja. И хочу вам, друзья, напомнить сегодня, es gribu jums atgādināt, draugi, что мы живем в постоянной битве. Ka mēs dzīvojam patstāvīgā cīņā. 24/7. У нас есть битва, в которой мы не можем расслабиться. Mums ir cīņa, kur mēs nevaram atslābt. Поэтому очень важно быть с братьями и сестрами, чтобы они держали твой молитвенный настрой, чтобы ты мог бы молиться, чтобы ты мог сражаться ежедневно. Tāpēc ir svarīgi būt ar brāļiem un māsām, lai tu var cīnīties katru dienu. В Ефесянам 6:12 написано. Efesiešiem 6. Nodaļā 12. Pantā rakstīts. Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Друзья, мы боремся против всех духов, которые есть в этом мире. Draugi, mēs cīnāmies pretī visiem sliktajiem gariem, kas ir šeit uz pasaules. Есть, конечно, и физическая борьба. Ir fiziska cīņa. Физические войны, мы видим, да? Физические кари. Посмотришь в телевизор, и кажется, где вообще есть мир на земле. Нету мира. Без Христа нету мира. Мир спасал, а без Христа нет мира. А со Христом даже на войне есть мир. Бета Христу под кара ир мир. Амен, потому что Он наше убежище. Jo viņš ir mūsu patvērums. Он наше упование. Viņš ir mūsu он наша защита, наша любовь. Viņš Halleluja. Ir mūsu aizstāvis un mūsu mīlestība. И в Иоанна 16 главе 33 стихе написано. Иоанна 16 нодаля 33 панта рактит. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. То вису esmu runājis uz jums, lai jums miers būtu manī. В мире будете иметь скорбь. Pasaulē jums ir bēdas. Но мужайтесь. Bet turiet droši prātu. Я победил мир. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Кунгс. Даже если мы сегодня робкие, мы можем возмужать, сказать, что У меня есть мир, который Господь дал мне. Он мне дал победу. Аллилуйя. Мы можем дать, что есть Кунгс, который дал мне мир, и мы выиграем. Друзья, мы в битве. Драуг, мы сам циня. Даже в церкви. Под драудзе. Даже в святом месте. Под святая вета. С такими красивыми святыми людьми вокруг. Ar tik skaistiem svētiem cilvēkiem apkārt. Аминь. Амен. Мы же красивые, правда? Мы сам скайсти. И мы же святые. Мы сам святы. Но все равно происходит битва. Bet tāpat notiek cīņa. В духе. Garā.
И также иногда и физически. Un arī fiziski. Дьявол пытается укусить. Сатанс мэдина иекост. Даже вчера. Pat vakar. Было классное время, мы были на талке, в церкви. Brīnišķīgs laiks, mēs bijām talkā. Дьявол пытался укусить. Сатанс мэдина иекост. Гунтис на пару минут оставил свой кошелек. Гунтис в пару минут оставил свою маку. Наверное, в самом видном месте здесь. Прям вот vietā. У инфодоски. Pie infodēļa. Приходит через пару минут, нету. Atnāk pēc pāris minūtēm, nav. Интересно. Interesanti. Начали, знаете, искать все и... Sākām meklēt. Перерыли все, что можно, и все мусорники, и все. Ну, Izmeklējām visu, по-разному бывает. Miskast visu. Может, какие-то дети, знаете, забрали, бывает. Varbūt kādi bērni paņēma, ну, dažādi mēdz būt. Но кажется, в церкви. Bet liekas draudzē. Классно сделали, делали только что. Tikko labu darbu izdarījām. Потом нашел, оказывается, вот Pēc там вот. Atrada, tur... Кто-то Кто-то благословился. Кац светияс. Взял вот оттуда вот и принес туда вот и закинул где-то под этот. Паняема, но под стулья у выхода. Он измет какой-то пе креслом пейзаж. И кажется, церковь Божья. Лайк Стива Драудзе. Святые люди. Святые человеки. Аминь. Мы Амин. Есть церковь Божья, мы святые люди. Аминь. Мы сам Дьявол Драудзе, мы сам святые человеки. И такие случаи. Тады гадзимы. Не отменяю то, что мы святая церковь. То, мы сам святы, и мы дети Божьи. Мы сам Дьявы бэрни. Но такие случаи нам помогают. Bet тады гадзимы мус палидз. Осознать, что мы в реальном мире. Сапрас, ка мы сам реала пасаулэ. Что это публичное место. Ка ши ир публиска вета. И что мы должны взять ответственность за свои вещи. Un ка мус ир яням атбилдии пар савам лэтам. Мы должны взять ответственность за своих детей в церкви. Мус ир яусимс атбилдии пар савам бэрниям драудзе. За свои материальные средства. Par savām materiālām lietām. А не винить кого-то другого потом. Nevis vainot pēc tam kādu citu. Здесь царство Божие. Šeit ir Dieva valstība. Но твоя ответственность. Bet tava atbildība. Поэтому давайте будем более мудрыми. Tāpēc būsim gudrāki. И следить друг за другом. Un sākosim līdz viens otram. Как я говорил в январе, церковь мы хотим сделать безопасным местом. Kā es teicu janvārī, mēs vēlamies, lai draudz ir droša vieta. В духе. Гора, в душе, двесле, и в теле. Un miesā. Но мы в процессе еще. Bet mēs esam procesā vēl. И пусть Господь он сам разберется с тем человеком, который взял это. Un lai Dievs pats tiek galā ar to cilvēku, kas paņēma. Даже если было искушение, и ты не мог противостоять ему. Lai arī bija kārdinājums, un tu nevarēji stāties pret kārdinājumu. Всегда есть возможность покаяться. Amen. Tāpat ir vienmēr iespēja nožēlot grēkus. И это не делает тебя самым большим грешником. Un tas nedara tevi par vislielāko grēcinieku. Но это тебя ставит в позицию, что тебе надо покаяться и извиниться. Bet tas nostāja tajā pozīcijā, ka tev vajag nožēlot grēkus un atvainoties. И больше впредь не грешить. Un tālāk negrēkot. Amen. Amen. Аллилуйя. Друзья, мы живем в опасном мире. Draugi, mēs dzīvojam bīstamā pasaulē. А церковь, она посреди этого мира. Un draudze ir šīs pasaules vidū. Если ты видишь, что в церкви происходит что-то неподобающее. Ja tu redz, ka draudzē notiek kaut kas netīkams. Разные люди могут зайти. Дажат человек в ринак. Мы не ограничим. У нас нет фейс-контрола, да? Нау, который проверяет, кто заходит сегодня в церковь. Нау, сейс отпозишена, кас парбаут, кас ринак драудзе. Поэтому люди бывают разные. Человек ир дажади. Если ты видишь что-то, что вызывает какую-то осторожность. Ja tu redz kaut ko, kas tev aicina būt uzmanīgākam. Даже какие-то люди, возможно, обращают внимание на детей. Varbūt kāds cilvēks pievērš uzmanību bērniem. Мы живем в реально больном мире. Mēs dzīvojam reālā slimā pasaulē. Смотрите за своими детьми. Sekojiet līdz saviem bērniem. У нас есть воскресная школа, слава Господу. Mums ir svētdienas skola, paldies Dievam par to. Но если твой ребенок не в зале и не в воскресной школе, bet ja tavs bērns nav ne zālē, ne svētdienas skolā, это ответственность на тебе. Tā ir atbildība uz tevis. Мы не знаем, кто может зайти, в какой момент. Mēs neznam, не дай Бог такого. Брīdī ienākt, но мы Dievs. Должны быть мудрые. Bet mums ir jābūt gudriem. И полагаться, конечно, на защиту Бога. Amen. Protams, ir jāpļaujas uz Kunga aizsardzību. Аллилуйя. Поэтому я хочу сказать, что мы в постоянной битве. Es gribu teikt, ka mēs esam patstāvīgā cīņā. Мы в процессе перемен. Mēs esam pārmaiņu procesā. И пусть Господь каждому поможет из нас. Un lai Dievs katram no mums palīdz. И независимо, что происходит. Un neatkarīgi no tā, kas notiek. Какая битва. Kāda cīņa. Победа за нами. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Это прекрасное обетование Христа, которое он дал в нашу жизнь. Tas ir brīnišķīgs apsolījums no Kristus, kur
ko viņš ir devis mūsu dzīvēm. 1. Korintiešiem 15:57 написано. 1. Korintiešiem 15:57. Но благодарение Господу. Bet paldies Dievam. Он даёт нам победу через нашего Господа Иисуса Христа. Kas mums devis uzvaru ar mūsu Kungu Jēzu Kristu. Кто победитель здесь? Можем поднять руки. Mūs uzvarētājs. Varam pacelt rokas. Amen. Amen. А кто ещё нет? Kurš vēl nav uzvarējis? Ещё час в процессе, да? Ir vēl kāds process. Ну, пусть Господь вам даст это откровение сегодня. Bet lai Dievs dod jums atklāsmi šodien. Даже если по факту ты не видишь, что ты еще победитель. Я рі ту не реці практически, ка ту ес узварētājs. Если, возможно, ты себя не чувствуешь сегодня победителем. Я ту не jūties ка узварētājs šodien. Помни, Бог с тобой. Atceries, ka Dievs ir ar tevi. В твоей ситуации, на работе, дома и так дальше. Tavā situācijā, darbā, mājās un tā tālāk. Он дарует тебе победу. Viņš dāvina tev uzvaru. Это так важно понимать. Tu ir tik svarīgi saprast. Не слушай, что враг тебе говорит. Neklausies, ko ienaidnieks tev saka. А он порой говорит очень-очень громко. Un viņš brīžiem runā skaļi. И еще хочу сказать. Un vēl gribu teikt. Что часто победа, она не такая, которую мы себе представляем. Ka bieži uzvara nav tāda, kā mēs to savi iedomājamies. Нам кажется, что победа в этой ситуации, это вот такие обстоятельства, такой результат. Mums šķiet, ka uzvara kādā situācijā ir tāda, kā mēs iedomājamies. Но если быть честным. Bet ja būt godīgam. Если доверять Господу. Un ja uzticēties Kungam. Он лучше знает, какая победа тебе нужна. Viņš labāk zina, kādu uzvaru tev vajag. Поэтому если мы находимся в его, ja mēs atrodamies в его руке, viņa rokā, доверяем ему. Uzticamies viņam. Доверяем ему весь процесс. Uzticam visu procesu. То давайте доверим ему и результат этого процесса. Amen. Uzticēsim arī rezultātu šim procesam. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Благодарение Господу, он дал нам победу через Иисуса Христа, Господа нашего. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru ar mūsu Kungu Jēzu Kristu. Halleluja. Мы скоро будем праздновать победу. Mēs drīz svinēsim uzvaru. Вот, сегодня у нас есть причастие, мы будем праздновать победу Христа в нашей жизни. Svētais vakariņdien šodien mēs svinēsim uzvaru. Но также у нас в сентябре в Риге. Un septembrī Rīgā. Хочу сказать немножко информации. Gribu pateikt informāciju. В этом пункте. Šajā punktā, что мы будем вместе праздновать победу Христа, также в Латвии, провозглашать это. Mēs kopā svinēsim Kristus uzvaru Latvijā, pasludināsim Нам to. Нам очень важно ее праздновать в своей жизни лично, а Mums также свидетельствовать об этом другим. Svinēt to savā dzīvē personīgi un tāpat liecināt citiem par to. Поэтому в Риге в сентябре, septembrī Rīgā, 14. Сентября, 14. Septembrī, будет марш Иисуса. Būs Jēzus marš. У него есть три главные миссии. Ir trīs galvenās misijas. Можно первую эту. Это праздновать. Ir svinēt. Pirmā ir svinēt. Праздновать Христову победу. Svinēt Kristus uzvaru. Провозглашать. Pasludināt. То, что он победитель над Латвией, над всеми людьми. Uzvarētājs par Latviju, par visiem cilvēkiem. И также объединять. Un apvienot. Это будет большое мероприятие. Tas būs liels pasākums. В котором будут участвовать много разных церквей, разных деноминаций. Kurā piedalīsies daudz delegācijas, daudz draudzes. И в Латвии он будет впервые. Un Latvijā tas būs pirmo reizi. В другом месте, в других местах в мире, вот вы видите, Citās vietās, citās Они проходят уже много лет. Вон в Бразилии даже 3 миллиона людей было. Šie марши notiek недавно. Ik pa laikam Brazīlijā bija 3 miljoni cilvēku. Организаторы с разных конфессий, с разных групп, деноминаций. Organizatori no dažādām konfesijām. И вот какое видение. Un tā ir vīzija. Чтобы это было ежегодное мероприятие. Lai tas ir ikgadējs pasākums. Объединяя разные церкви. Apvienoja dažādas draudzes. Чтобы праздновать и чтобы провозглашать победу Христа в Латвии. Аллилуйя! Он пасут над усвару. Слава Господу! Слава Кунгам!